25 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева прошел фестиваль ФОК «Территория ГТО». Испытать свои силы решились более 150 школьников Кировского округа. Перед выполнением нормативов для участников провели динамичную разминку. Сегодня мне понравились упражнения все, особенно на гибкость. Они мне помогли размять свои мышцы, и с помощью этого я сделала хорошие результаты. Я сделала пресс 47 раз и отжалась 20 раз. Отличных результатов и позитивных эмоций участникам фестиваля пожелал посол Всероссийского комплекса ГТО по Омской области, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Мне приятно, что всегда много ребят, много желающих проверить свои силы. Соревновательный эффект присутствует, и когда это есть, все равно стараешься выжать максимум, и в такой обстановке результаты немножко улучшаются. Азарт, целеустремленность во всех видах программ – подтягиваниях, отжиманиях, беге, прыжках, наклонах, плавании. Артур Ган специально готовился к фестивалю. С первой попытки подтянулся 14 раз. Спорт я, в принципе, люблю. Занимаюсь для себя. Один из моих любимых видов – это как раз-таки подтягивание. В этот раз я сдал довольно хорошо на золото, но буду стремиться к большему. Захарию Мутовину помогла подсказка инструктора. Он принял правильную стартовую стойку, показал хорошие секунды в челночном беге. Я с удовольствием пришел на этот фестиваль. Да. Мне нравится, когда много вокруг ребят. Такой соревновательный дух, хочется обогнать соперника, там сделать больше подтягивания там, или пресса. Также очень здорово то, что инструкторы помогают, если ты что-то сделал неправильно. Например, только что я бежал челночный бег и неправильно сделал низкий старт. Мне инструктор сказал, как нужно правильно, и я из-за этого пробежал показал хороший результат. Главный судья фестиваля, руководитель отдела по внедрению и реализации комплекса ГТО в Омской области Владимир Савицкий отметил настойчивость и самоотдачу всех ребят при выполнении испытаний. Глаза горят у всех, они все пришли, они все настроены и, конечно, эмоциями зашкаливают. Результаты всех участников фестиваля внесены в федеральную базу данных. Следующими на старт выйдут студенты вузов.